Всем привет, с вами Вивиля Клауд. Мы находимся на выставке Vape Village в Москве, которая находится недалеко от Флакона. И бродя по стендам, нашли все-таки что-то интересное, как мы обычно и делаем. На этот раз это новое видение и новое представление о вейп-станциях, которые делаются, естественно же, всегда на заказ. В данном случае можно увидеть некий мифический объект в форме пирамиды, который сделали ребята из Паравара специально для чакры. Чакра Лапс, которые были Чакра Ликвид, производители жидкости. В чем прикол? Это DNA-250, которая стоит внутри, четырехканальная, с двумя системами охлаждения. То есть одна работает постоянно, вторая включается в полном нагрузе. Помимо этого, красивое внешнее исполнение, как донесли на стенках выгравированные специальные документы из санскрита. Это мистика, летающие пирамиды. Все очень сложно. Но, тем не менее, красивая подсветка, красивое исполнение, все это действительно на заказ. Подсветочка мигает в ритм музыки. В каждой коробочке есть магнитик, и, соответственно, можно без проблем его прилепить на стенку самой вейп-станции. То есть все выглядит красиво и аккуратно. Найти это все можно либо тут на стенде, либо у чакры. А саму вейп-станцию им предоставили и сделали на заказ ребята из Паравара. Соответственно, если вы хотите некое такое свое видение, что-то интересное и красивое, то непременно обращайтесь к ним. С вами были Вивиля Клауд с выставки Vape Village. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Будем искать дальше что-то интересное.